65% всей продукции отмечено государственным знаком качества на Калашниковском электролапомом заводе Калининской области. А бригада Алексея Князева, кавалера Ордена Трудового Красного Знамени, все лампы выпускает с почетным пятигранником. За смену на участке изготавливается более 14 тысяч ламп отличного качества. В обязательствах этих передовых работниц записано: годовое задание выполнить ко дню Конституции. Так отвечает коллектив завода на письмо ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о развертывании социалистического соревнования. В этом году 115 миллионов ламп сойдет с конвейеров Калашниковского завода. Зажгутся еще 115 миллионов ярких электроогней.